Нарежечки. Хочешь залутать $30 бесплатно? Для этого переходи по ссылке в описании, вводи промокод и получай халявный бонус. Открою секрет, есть такие функции, а это чуть дорого стоит, но тебе могут приехать, сделать капельницу и повысить твою иммунку, в плане тебе просто витаминов дает. Но это то же самое, что вы придете в аптеку, не знаю, там витамин С кто вот пьет, там и так далее. И вот первый раз мне дали попробовать, мне в укол в жопу с витамином D. Сказали, завтра должно сработать. Вот, я весь больной. Вали, вали, валюшка. Вот, и не пиздите на капельнице. Типа, кому не кайф, кто хочет долго болеть, болейте. Я не пропагандирую то, что капельница это хорошо. Вообще, организм должен сам справляться со всей этой штукой. Просто у меня такая ситуация, что я хочу стримить, хочу снимать ролики там и так далее. Хочу на улицу выходить. Мне желательно побыстрее выздороветь. Из-за этого я попросил приехать тетя ко мне. Пришла, дала мне вот этот укол. Я, хорошо сразу. Зато витаминами меня въебали, плюс вайп ебючий. Просто я себя чувствую, как будто хорошо. Покажи жопу, убедиться, что укол... Ну, за что? Я весь уже намок только. День, ребятушки.